погнали. Так, выживание в бутылке, значит, у нас сегодня будет, дорогие друзья. С вами Трубоёжик и Никитос, да? Всем привет. Тебя что, Никита зовут? Я запомнил, что ли? Да. Смотрите, тут дохрена новых бутылок. Тут Эндерсон Друг, который, правда, пуст. Давай руби дерево. У тебя березка, а у меня дуб. Не, нафиг, я березку хочу. Ладно, мне тогда дерево. Только попробуй подойти к моему березке, блин, вообще офигел. Чё? Бревном по башке получишь. Ну, нарываешься, ты чё? Ну иди сюда, ПВП. Бревном давно не получал. Да бывает, тут ресурсы. Вообще, дуй свою бутылку, слезай. Пошел вон с моей бутылки. Да иди, вон, иди вон, в воде. О, корова. Видел там корова? Да я видел, да, да. Только не все дерево превращай, оставь, чтобы один на эти, на светляки. Понимаешь, что значит светляк? Да, 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 да. Хватит мои деревья кромсать там. Они не твои. Дай дубик, дубик. А, не, не надо мне дубик. Интересно, под этим есть этот камень? Угу. Там есть еще руда. Алмазы, все такое. Заткнись. Я не тебя спрашивал. Мистический звук. Смотри, а под этим есть еще стекло под камнем? О, прикол, я что-то нашел. Да. А! Там пауки! Ты что, псих? Там пауки спаунер! Не падай сюда только! Они меня убьют! Они меня хотят съесть! Там сундук стоит. Да заткни, какой, я упал. Какой... Тихо, 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 тихо. Давай, короче, вот сюда. Вот сюда, не, оставь паучков. Мы сейчас мечи сделаем и их убьем. Он меня ударил случайно. Давай, поднимаемся наверх, короче, потом сделаем. Давай, ну ладно, давай, оставайся нафиг. Да ты чё видел? Ну, землю ты легко вскопаешь, давай. Я здесь почти ступеньки сделал. Да пофиг, сломан. Так. Так, давай, короче, меч я делаю. Палки один дать. Этот оставь мне. Хотя на тебя доски все. Держи. Не доски, оставь мне этот. Ну, я этот. Ты что, все превратил в этот? Ну. Нам для факелов, я же тебя попросил один оставить. И сюда не надо было булыгу ставить, нужно было ставить. Пошли с мечами. А у тебя есть, дай мне меч. У меня есть меч. Дай. А, и как я себе сделаю? У тебя булыжник нужен, да? Да. Давай, короче, я тебе буду прыгать, и ты будешь подхватывать. Давай. Давай, скотина. Павлюх. Давай, 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 давай. Ты хоть один поймал там? Нет. Поймал половину. Да, да, поймал 4 штуки. Давай быстрее делай. Эй, дай мне доски еще подкинь, я тебе... Ты офигел, скотина. Доски, я тебе знаешь, что под... Ну ладно, на, держи доски. Все, 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 все. Иди, пошел работать. Че, офигел. Ты без меня там не ходи, а то убью. Я знаю, что... они не ты убьешь, блин, меня убьют тут. Тебя не убьют, они. Ага, мирные паучки такие, да, добренькие. Тихо, тихо, ты куда прыгнул? Убивай спаунер. Нифига себе. Не надо крафтить, спаунер убивай. Что там было? Уже ничего. Забирай сундук. Так, мы сейчас летим. Так, у меня даже этой кирки нету. Слушай, зря ты все доски, ну, все дерево в доски превратил. А чё? Ну, нам нужно факела, вообще-то. Да, нормально. Я тут железка нашел. Да, нормально, взяла факела вообще-то. О, алмазы, алмазы, смотри внизу. Да, вижу. Тут их много, этой руды. Да? Да. Это хорошо, карту просмотрел. Ну, ты оставайся. Да ты поднимайся. Оставайся тут один. Блин. У меня даже кирки нету, как я выберусь. Вот у меня это не меня не чешет. Ну ладно, ладно, я вернусь. Ты все забрал из этого. Дай мне немного этих вещей-то. Я сейчас вернусь, подожди. Я вернусь. Вернется он, вернется, конечно. У меня тоже вон кирка всего одна. Лопата нужна мне еще. Это все такое. Да вообще тут все позакрывал, вот. Заткнись. Психа. Я не с тобой разговариваю. Психа. Что за фигня? А, я думаю, что за фигня, короче, мне тут не... Хватит там копать мою бутылку. Какая твоя? Моя собственность. А. Так, тыкву я нарублю, короче, себе. Все. Давай, взять. Скидывай в сундук вот это все. Паучий глаз там. Что там было? Покажи. Так. Нужен сундук обычный.
Давай, гаси это. А чё это из дерева ничего там? А где вещи, которые ты из сундука забрал? Они у меня в Эндер-сундуке. Да? А что там было? Сейчас. Так. Два золотых слитка, четыре пшеницы, четыре семена арбуза, семена тыквы, две штуки. Ну и нити много. И паучий глаз. Короче, так себе. И шесть крошка. Ничего ценного особо. Да. О, уголь я нашел. Блин, у меня одно хп осталось, прикинь. Чё? У меня одно хп осталось. Да, пожри что-нибудь там. Все ж пшеница. Да, это... Кстати, мне тоже еда нужна. Вендер сундук. Эгоисты! Семена арбуза у меня... Ой, семена, блин. Саженцы березы у меня много. Понял? Ах, много семена арбуза. Ты понимаешь, что я тебя ненавижу за это? Семена арбуза, что-то уже вообще путаюсь в Майнкрафте. Конечно, Саша. Путаешься. Чтобы не путаться, мозги нужны, чувак. Видно. Это дефицит в твоем. О, я нашел еще один сундук. Ну, точнее, тот же, только с другой стороны. Чё? Ты чё там офигел без меня там рыть? Тут кто-то верстак поставил. Чё там было? Я не скажу. Это тот же, ты чё? А, тоже. Чё там было, блин? Деньги были. Пошёл вон. Моё железо. Пошёл вон своего железа. Это я его нашел. Это я его нашел, вот именно. Я честным трудом нашел, что ты гонишь. Добывает мое железо, мои факела еще ворует. Смотри, случайно меня не удари. Не, я ударю только если ты заберешь мои ресы. Или покусишься. Пошел вон! Сам нет. Крафти себе печку. Сейчас найдем что-нибудь. О, бедрок. Ух ты, блин. Стекло я вижу. Стекло он видит. У меня тут много алмазов. Я знаю. Я не знаю, чтобы эти чертовы алмазы добыть, нужно еще это. Сам понимаешь. Угу. Железную кирку. О, чешуйчиц. Знаешь, что такое чешуйниц? Нет, знаешь. Прикинь, не знаю. Ну тупая ты. Вот два года играю в Майнкрафт, я не знаю. Два года? Ты сказал один день играю. Да я пошутил что-то. И пошел вон от меня вообще. Так, да иди к тебе. О, железо. Пошел вон. Где алмазы? Железо. Да, есть. Две штуки, дай мне две штуки. Ну на ладно. И две доски. У меня этого нету. Давайте чуть-чуть угля дам. Две доски, да мне там есть уголь. Две доски? Да. На. О, палки нормально пойдет. На тебе еще железную руду, переплавь там и сделай себе. Давай, давай, давай. Вон, давай. А где ты алмазы видел? Я что-то один алмаз только нашел. Не знаю. Не видел ничего. Не, ну понимаешь, это немножко нечестно, я тебе железо тут даю. Ну ладно. Стекло! Давай, я скажу тебе где-нибудь. Что значит я скажу? Конечно ты мне скажешь. Куда ты денешься? Мог бы не сказать, конечно. Я могу алмазную лопату и по башке тебе добавить. Пока ты сознание не потеряешь. Я эмеральды нашел. Ты чё в моем месте копаешь? Как ты делал? Я еще не нашел алмазы, зато золото нашел немножко. Зачем мне только оно? Только золотые яблоки крафтить. У меня 4 уже алмаза. Ого. Эй, не надо мои алмазы добывать. 6 алмазов. 7 алмазов. Моё алмазное. Пошёл вон. Я тебе так ещё припомню. Припомнит, блин. Все мои алмазы добыл. У меня 8. У меня всего лишь 8 алмазов, что такое? Сдохни. Своими 8 алмазами. Несчастный, убогий человек. Ты. Ну да, я. У меня меньше алмазов. Где алмазы вообще? Все вскопано. Уже 10. Уже 10 у меня. Слушай, хорош моими... Не надо было тебе давать железо. Ходил бы бомжом. Да ладно, я бы нашел все равно. Ну нашел бы ты, ну ты ее вскрафтил бы где-то минут через 10, а к этому времени я уже все бы сделал. Ой, железо нашел. Мое железо. Так, что там с алмазами ты говорил? Я тебя случайно ударил? В этом плане не обижайся. О, у меня 17 алмазов. Прикольно. Я тебя предупреждал. Ты чё офигел? 17 алмазов в моих хатах.
Сколько у тебя было? 15. Ага, 15. Размечтался. Слушай, нам все железо нужно добывать? Иди сюда. Давай сюда, скидывай все. Что у тебя было? Железная кирка, меч, железо, алмазы. Алмазов, кстати, у меня было 11 штук. Серьезно? Да. Ну, я тебе вот 9 дам. Ты что офигел? Ну, это как налог, понимаешь? Что у тебя еще было? Ну, все. Ну, ладно, пока все. Остальное не ценные ресурсы пока что. Ну, не настолько ценные. Ну, там камень, все такое. Угу. Я не знаю, для тебя, для таких убогих людей, как ты, конечно, это тоже ценно. Слушай, мне же здесь уже не нравится. А, вот еще алмазы. А всего один. Совсем один. Ты убогий. 11 алмазов. Офигел вообще. Ты хоть факела оставь, что ли, блин. У меня 11 было, что ты гонишь. Угу. Прошлой жизни. Офигел. Хватит копать у меня тут. Бутылочку. Мою бутылочку копает, блин. Кстати, здесь жалко, модов нет вообще никаких. О, алмазики. С модами было бы интересно. Да, динозаврики там все такое. А, где они? Бутылки, да? Динозавры в бутылке. Пошел. Эй, осторожней, я тебе могу случайно кирочкой задеть. Да копай в другом месте, что-то сюда-то. Серьезно. Задень друг друга. Алмазики. Алмазики. Ну а че так? Алмазики мои. Пошел вон. Ну ладно, ладно, ладно. Это что за фи... А, я топором копаю уголь, вообще молодец. Все, короче, по-моему... А, не, вот еще алмазики. А, я застрял. Мои алмазики, идите ко мне, идите к папочке. Вас будет охранять сам турбоежик. А, потому так охранять. А ты вообще телевизор мог бы выключить вообще? Так у меня так тихо, как ты можешь услышать? Я слышу, все слышат. Я не слышу, я не слышу. Да ты иди ты уже, или копай. Встал тут. Бревно. Может... Я так, тебе... а ну-ка. О, железка, уголь. Это мое железо там было, я его туда положил. Я там его забыл, короче. Я так и думал. Не, ну в принципе, сколько у меня уже алмаз... Почему так мало? Что такое? У меня всего 15 алмазов. Ты что, офигел? Там еще моих два. Давай сюда. Нет, своих два. Я, в смысле, довольно много добыл. Да, довольно много. Я думаю, довольно много. Какого ты? Ну, мне только 15. Ты украл мои алмазы. Не 15, у меня 9. Должно 25 вроде получиться. Для ровного счета. Да, заткнись. Так. Все равно, что у тебя там должно получиться. Я сделаю себе алмазные инструменты. Так, вот, короче, куда печку ставить, слышишь? О, я могу сюда, кстати, печку поставить. Слышишь, у тебя есть этот, как железо? Не. Блин. Ну, не переплавленный только. Слышишь, а давай тогда переберем. Ты мне тут не мешай сейчас, слышишь, не мешай, пожалуйста. Хотя... Хотя, дайте себе жопу. Я сейчас вот так вот делаю. Так, сиськи оденем. Из интересно, из изумрудов можно что-нибудь замутить-то? Из изумрудов нет. Это обычная версия, что ты хочешь. Без модов. Слушай, мне еда нужна. У тебя есть? Нету. Сейчас будет. Так. Я все убью. Мне пожрать скоро надо будет срочно вообще. Поэтому я буду рыбачить пока. У нас тут лужечка есть. Интересно, так можно рыбачить? Вот так, как я сейчас? Офиг его знает. Как ты сейчас, нет? Не умничай. Нифига себе, нифига себе. Упс, 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 упс. А, там скелетончики. Я вот за тебя сдох. Я вот за тебя сдох. Да иди ты, скотина, своими вещами. Я даже твои алмазы не хочу брать. Ну и правильно. Отвали. Ты не иди туда. Не иди туда, не иди туда. Я у меня там... алмазный меч. Чё, фигню, блин. Ну давай, давай, давай. Только не подходи. Ну он там взорвался, короче, вообще.
Давай, я посмотрю, как ты. Отойди. Я не могу бежать, мне еда нужна. Так, на тебе, слышишь? Дай я тебе скину ресурсы. Ты в Эндер свой скинь? Ну хотя да. Чё ты мне-то? У меня гнилая плоть только чуть-чуть уже. Я пойду сражаться. Ну давай, давай, сражайся. Сражалка не выросла еще. Противник не вырос. Ты что, спрыгнул вниз? Где-то сражаться. Есть. Хочу. Идем, хочу. Все, будь свободен. И... Так, тут тоже должно что-то быть. Что-то должно быть, сундук вроде. Ага, должно быть, он мой. Ты чё, офигел? Это мой сон. Эмеральды. Какие эмеральды? Ну, а изумрудики. А тут нифига вообще. Золото тут. Так. А я сделаю себе кирку алмазной. Видал? У меня уже она есть. Перегнал меня. Ну ладно. В смысле перегнал? Тебя, блин, догонять не надо. О, я нашел сундук. Так. А тут, о, столько ценных вещей вообще. Вау. Я миллиардер. Ну, там, короче, семена. И все. Давай бедрок скопаем. Это обсидиан или бедрок? Вот это внизу. А, где? Это бедрок. Бедрок. Не обсидиан, да? У меня тут просто текстурпак. А. Ты с текстурами играешь. Читер. 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 Читерим. Нету тут вообще ничего особенного. Я читернул. Ты нашел что-нибудь хоть? Да. Что? Ничего. А ты именно, здесь ничего нет. А ты осторожен. Давай, пошли вверх, короче, мне не нравится здесь. Так, ну тут, короче, чего-то нового нет, в принципе. Пошли вверх. Эй, ты чё мою скопал? Иди отсюда. Иди отсюда, я тебе сказал. Скотина. Закопал тут меня. Я сам все не понял. А чё ты ушел отсюда? Я знаю, куда идти надо. Сейчас. Не даже не думай. О, тут же дерево, чё мы его не срубили? У нас дефицит дерева. Дефицит дерева? Ну ладно. Хорошо. А вдруг яблочки выпадут? Не выпадут. А, это елка вроде, да? Да, оттуда яблочки не выпадают. Хотя бы дерево. Мне нужно вон туда как-то попасть. У меня есть золотая удочка. У меня нет еды. Ты хочешь туда вниз, что ли, в ад? Да. Ну, удачки. Ты догадался. Вот никто бы не угадал. Ну, потому что ты туповатый, твои... твои намерения предсказуемы, бла-бла-бла, все такое. Да, да. Я тебя победил, понял. За меня больше проголосовало. Я думаю, что за твою колымагу, да? Это не помогает, это нормально. Домик. Утешай себя, я тебе, кстати, я больше проголосовал. Тебе не один вообще проголосовал, мне кажется. У меня просто большой слишком получился, а у меня маленький удобный, и все. У тебя вообще ничего не получилось. Ты видел в конце видео, что с ним стало? Взорвал, блин, динамит у меня, блин. Смотри, динамитик. Бу-буф. Все, крыльцо снес, нафиг. Ты крыльцо снес. Ты сдох за это вообще. За это жестоко анально наказывают. О, я в деревню пошел. Ты бы мне хоть сказал бы, что у тебя там. Что у меня там кнопки? Ага, сказал. Я тебе говорил. Типа не надо шутить с динамитом. А ты, ой, динамитик, ва-ха-ха, бу-бу-буф. Это ничего тебе не сделает, да не бойся ты. Он, короче, в прошлой серии взорвал мой дом. Поставил динамит. Да оно тебе ничего не сделало, а у дома... Смотрите, ползет коротышка, блин, давай, чтоб ты там свалился нафиг. С вещами, на выход. О, губка есть. Губка-буб? А Патрик тоже там? Чуть ладно не упал. Падай, скотина, падай.
Я его ненавижу, ребят, так что он мой друг, но я его ненавижу. Какой он друг вообще такой? Он мне аватарку отказался делать. Че? Ты сам не отказался. Да ты, я не виноват, что ты через эту попу делаешь. Вообще ужасная аватарка какая-то. Ага. Аватаркой назвать сложно. Сам я весь просил... булыжник потрачу на эти дороги, чертовы, вообще сам просил... офигели. Сам просил, дай мне аватарку. Я, вот знаешь, себе снова поставь. Эту карту назову не бутылки, а Россия, потому что здесь дорог нету. Мне приходится самим им делать, блин, ужас, булыжник. Ты мне тут поможешь? Зачем? Понятно. Тут я на крыльце. Там много алмазов нашел, унести не можешь. Да, быстрее сюда беги. Help, help. Так, вот у меня здесь земля есть. Так. Господи, я доберусь до этого уродства или еще нет? Мне так страшно, короче, даже с шифтом. Вот я побаиваюсь как-то, что он вдруг откажет, и я побув. Ну мало ли, там переклинит клавиатуру. Или еще что-нибудь такое. Все, хватит. Хватит экспериментировать. Я летать хочу, креативку включите мне. Ага. Включите креативку. Блин, я жрать хочу, честно, вообще еды нету. И половина здоровья. У меня только алмазные сиськи и все. А у меня есть способ как восстановить здоровье. Умирать? Эй, ты чё умер? Тобой способ. Все, у меня здесь все полное здоровье. Ты в сундук выгрузил и умирал, да? Да. Это нечестно, ты читер. А, что это нечестно? Выживаю как могу. Выживает, что ты сдох. Выживальщик. Скайблок, посмотри мои серии. Там я часто прыгал. Даже не я никогда не буду смотреть твои серии. Да. Ты читер. Ага. Самый настоящий. О, здорово, носатый. Чё ты хочешь на курочку поменять? Не, не хочу. Куда ты? Ах ты, сюда пробрался. Тут 3-4 голема, вообще они могут нас убить. А тебя не могут убить. Нет. Что, иди ты знаешь. Так. Так, бутылку. Хотя, мне сейчас будет еда. Откуда? А вот там я вижу корова, свинок. А, понял. Интересно, что у вас в сундуке, дети мои? А вот туда да. Железный меч. Ну ладно, возьмем железные мечи, тоже пригодятся. Хавай свои спортивные там. Я что-то говорил. Какое спортивное? Ты о чем? Хер это. Я с носатами сейчас живу. Меня тут подвисает, между прочим. Ой, блин. Чуть-чуть не хватило. Шерсть меняет на изумруды, так, понятно. Кур меняет на изумруды. А эта скотина где? Стрижишь, а? Чё? Я, короче, пшеницу, короче, накопал тут. Надо обратно посадить, чтобы эти бедолаги не страдали от голода. А то в деревне голод настанет. Я тут убрал. Я вообще тут не жалею ничего. Золотой медью, золотой рудой ставлю. Проход. Правильно, да. Потому что у тебя руда закончилась, наверное. Ну. Тоже мне как будто ты благородный такой, блин. А, ну, конечно, в каком месте он благородный, скажите. Чё, офигел? Я тебя припомнил. Будешь случайно дойти там наших тех где-нибудь. Может големов убить, а? Я сожалею, эта кнопка снесли. Мне кажется, я их нифига не убью, я их только могу толкать. Да я тебя не убью, ты бей их. Ха-ха, офигел. Да я отвечаю. Да, отвечай. Я просто смотреть буду. Отвечает другому, знаешь, вот такие вот бредовые вещи, они тебя не убьют. Давай, бей, ты чё, очкуешь, ну, что ли? Ты чё, очкуешь? Славик, я очкую, я 100 раз-то где? Где эндер-сундук? Я хочу эндер-сундук. Слушай, носатый, вы чё, что-нибудь полезное мне продадите сегодня, а? Все, короче, вот у меня о, есть. О, печеньки продает, прикольно. У меня коровки есть. А это ножницы продает. Что-то дорого продает свои коровки. Пошел вон, закрыл передо мной дверь, убежал. Это хлеб продает. Этот стрелы. Ну давай хотя бы стрелы. Давай мне стрелы. Все нормально. Ты нафиг мне эти стрелы? А главное выжить. Поубить. Ну мне. А, у меня жрать уже много чего есть. Яблочки съем. Золотые. Так, вам не знаешь, что есть?
Я тебе сейчас не скажу. Алмазики? Нет. А что? У меня еды много. Просто от чего? Куча. Да, у меня уже тоже. Мне вот пшеницу я добыл же с этих мест. Ой, у меня все равно больше. Почему? Потому что я всех свинок убивал. Все свининка. Не, у меня пшеница. Коровы, всех коров убивал, всех этих убивал. А их можно было разводить? Да нет. Уже нет? Нет, уже. Уже нет. Оставил бы хотя бы парочку. Да нет. Надо, главное, это выжить тут. Ты сдох, что ли, бы, блин, одну убил бы, тебе хватило. Всех убивает тут. У меня, короче, был меч с зачарованием, удача там 10, и у меня с одной выпадало почти стак еды коровы. Прикол, да? Mm-hmm. Что-то под этой деревней никаких алмазов я вообще не нахожу. Я знаю, где много сундуков. На какой бутылке, знаете, на такой. Я читал описание, я знаю. Я читал описание, я знаю. В аду, что ли? Нет. В адской бутылке, хи-хи-хи. Я тебе не скажу. Почему? Потом, да. Ты меня мучаешь. Не делай мне больно, детка. Иди ты на. Где мои алмазы? Ладно, хотя бы железную броню сделай себе. Сатур, у меня стоит алмаза так. Чтоб ты сдох. Я сказал, командант, ты че? Все, я иду туда. Надо куда? Иду. Пошел вон. Я много сундуков. А это где? В Эндермире? А ты не знаешь. Описание было читать. Я так скачал по-быстрому. Что там было написано, скотина? Надо было на куриц менять. Нафиг я менял на хлебушек? И зачем мне пластинки вообще? Я их закопаю вот здесь. Если тебе нужны пластинки, откапывай. Она пластинки. Редстоун тоже не нужен, но доски еще могут пригодиться. Семена арбузика. Ладно, пока все так. Надо бы их тут три голема здесь, приколись. Три! Я их не убью никак. Если одного убить, они на меня нападать начнут. Они не будут на тебя нападать, отец. Серьезно? Да, да, тогда пошел я убивать. Где ты, големчик? Ну иди. Големчик, я буду гриферить вас. Ты ждал там, походу, если они даже тебя убьют, ты можешь про это как его. Там вообще что, подыхает от кашля кто-то там у тебя? Да, я. Ага, а. Видно все. Опа, я уже... Гадай, какой бутылки. Какой? Песочный. У тебя как-то сразу... Там сундуки, что ли? Да. Серьезно? Ох, ко мне идут зомби. А почти, как тебе сказать. Сундуки, но... По моей тропинке, по которой я сюда приперся, зомби ко мне идет, приколись. Приколся. Ну тут есть эти големы, которые будут их попухать. Буцкать. Когда они придут. Ой, скотина, он его не побуцкал, здесь скелетик. Я тебя понял. Я тебя понимаю. Эти големы, их не трогают. Я знаю. Это как охранники в метро, они нафиг здесь не нужны. Да, я тебя убью. Давай я тебя убью. Я его смогу убить? Наверное, смогу даже. А, не, вон будкают. Не, он довольно сильный. Я его убил. С него даже цветочек выпал. А вообще-то... Крипак! Ой, господи, крипер. Блин, ну сложно мне. Где? А! Тут толпа скелетов! Где находишься? А, в деревне? Ты еще? Че молчишь? Ты где? Скнись, я умираю. Мне нужно спрятаться дома. Ладно, приятно, вот. Фух, я спрятался дома. Ой, я как ежик утыкан. Стрелами, жру хлеб сейчас, чтобы поправить кпшку. И тут куча жителей, которых я защищаю. Так. Ну, все, у меня, короче, стак, я сейчас доберусь. Короче, бутылка вот эта, тропический, знаешь, тропический биом. Вон, нет, короче, тропические знаю, деревья. Бутылка там есть, а вот сундуки точно. Тропические деревья.
Эндерменчики, тут лучники вообще надоели. Да гаси. Зря я голема убивал, короче. Они мне помогают сражаться. Я знаю. О, голема убили. Таска, кстати, снимаешь для этого парня. Собирай. Голем меня убивает, приколись. И зомби носатый уже. Ой, испортил. Ну ты. Все, я добрался. Меня могут сейчас убить очень легко. Я чем могу помочь? Я тут спрятался. Ух, и жру хлеб опять. Лошара. Что ты сдох? Вот так тебе надо. Чем я тебе могу помочь? Вот я, блин. Я сейчас поправлю здоровье, короче, и пойду дальше. А так, ребята, в этой вонючей маленькой коробке заканчивается первая серия. Ну, выживание в бутылке. С вами был Трубоёжик и Никита. Никит, пока. Пока. Увидимся в следующей серии, то есть завтра. Всем пока.